Это преступник! Он покушался на жизнь его высочества! Держите! 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 Чиполлино. Ровно ничего, дедушка Виноград. Я и отец стояли и смотрели. Как принц Лимон со своей свитой проходит по улице. Меня толкнули. И я наступил принцу прямо на ногу. Вот и все. Какой ужас! Ему и надо! Поймать разбойника! Разыскать немедленно! Нашли его! Поймали! Немедленно схватить и повесить! Ваше высочество! Ваше высочество! Это я! Я наступил вам на ногу! Взять его! Я был пулемет в кармане. Не пулемет, а пушка. Но, слава богу, преступника уже посадили в тюрьму. Тебя посадили в тюрьму вместе с преступниками? Что ты здесь? Все честные люди. За что же они сидят? Видишь ли, принцу Лимону порядочные люди не по нутру. Потерпи немного, отец. Я скоро приду сюда с друзьями, и мы вас всех освободим. Это не так легко, сынок. Ты лучше подумай теперь о себе.
Спасибо вам, профессор. Ну не грусти, малыш. Пойдем, пойдем. Я познакомлю тебя с моими друзьями. Эх ты, томат в манной каше. Простите. Если взять один кирпич, мало толку в нем, потому что из него не построишь дом. Если пару кирпичей рядом положить, будет только две стены, неудобно жить. Взять бы много кирпичей, штук примерно 5. Вот бы вышел славный дом, только где их взять, а? Ну, как дела, старина? А я тебе подарочек принес. Вот, возьми. Сам граф Вишни разрешил мне. Молчать! Конфискую! Здесь будет жить злая собака. Убирайся отсюда! Пшел, пшел, кто вам? Вон, пшел! Грабитель! Молчать? Грабитель? Где грабитель? Покажите мне его! Пожалуйста, ваша милость! Узнаете? Ах ты, маленький негодяй! Негодяй! Ты мне дорого заплатил за эти слезы. Ты тыква! Я тебя предупредил. Что случилось, Чиполлино? Thank you.
знаете, дядюшка Черника, это домик тыквы, дядюшка Черника. Присмотрите, пожалуйста, за ним. А то этот сеньор Помидор хочет отнять его у тыквы. Пожалуйста. Вы же всегда хорошо относились к старику. И даже однажды спасли его от смерти. Помните, когда ему за шиворот забралась гусеница? Помогите ему и теперь. Ну ладно. Да смотрите, никому не рассказывайте, где вы его спрятали. Спасибо, старина. Где дом? Я тебя спрашиваю. Тебе приказали его стеречь. Негодное животное. Шляпа ты, а не пес. Что? Кто же все-таки его похитил? Кто? Ваше сиятельство! Что с вами, Помидор? Пардон. Но в районе замка орудует шайка разбойников. Спокойно. Похищено ценное имущество. Это ужасно. Мидор, держите себя в руках. Приставать! Заприте ворота! Вернитесь! Немедленно приведите графа Висельку! Слушаюсь, ваше сиятельство! Сеньор Вишенка! Сеньор Вишенка! Вишенка! Приказано вам немедленно явиться к графиням. Ваши тетушки не в духе сегодня. Обе будут неприятности. Ничего, кактус, я привык. Ну где ты пропадаешь, учеводельный? Дай молчать! Положи книгу обратно, уйди наизусть! Тут! Штатские не имеют права носить оружие. Отобрать! Шифрованная записка! Отобрать! Нужно поймать еще одного преступника. А много поймали?
странно. Кратчайшее расстояние от одной точки до другой. Есть прямая. Правильно! Правильно! А мы вас знаем. Вы граф Вишенка? Да. А как вас зовут? Редиска. А я Чиполлино. А я вас тоже слышал. От кого же это? От сеньора Помидора. Он вас так бронил, что я сразу подумал, что вы замечательный мальчик. Ну вот и хорошо. Как здесь хорошо. Вишенка, ты хороший мальчик. Понимаешь, есть у меня к тебе очень важное дело. Нужно достать ключ. Ну, ключ от подвала. Понимаешь, там мои друзья. Что такое? Подозрительные звуки. Надо бы усилить охрану замка, ведь в подземелье сидит много арестованных. Как бы чего... Сеньор граф! Чиполлино! Не злитесь, не злитесь, сеньор Помидор! От злости, говорят, витамины пропадают! Чиполлино! Чиполлино! Не трогайте Чиполлино! Это мой друг! Где редиска? Позовите редиску! Кажется, у него жар. Срочно позвать врача. Опять лишние расходы. Thank you.
Иди скорей! Самого главного преступника. Чиполлино! Так точно, ваше высочество! Для этого надо пригласить известного сыщика Морко и его знаменитую собачку Пылесосика. Действуйте! Арестовать! Графиня, не мешайте нам. Солдаты ищут злостных преступников. Немедленно же выезжаем отсюда за границу. Да-да. А где Помидор? А где Синичка? Ришенька! Сейчас же собирайся! Дело. Мы уезжаем! Я никуда не поеду! У меня здесь друзья! Ее друзья! Какие друзья!
Мадам, держите себя в руках. Начальник, поздравить вас с поимкой главного преступника. Вот вам. Благодарю. Я тороплюсь. Мы должны разделаться с этим бунтовщиком тыквой и уничтожить его домик. В последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Молчать! Кроме того, вводится новый налог на осадки.
За обыкновенный дождь 100 лир. За проливной дождь 200 лир. С громом и молнией 300 лир. Молчать! Чепурино! Отец! За самоуправство и смуту, и во избежание дальнейших беспорядков, домик тыквы подлежит уничтожению. Ненасытные бандиты! Вы готовы снять с нас последнюю рубашку? Мы не отдадим вам домик тыквы! Убирайтесь сами! Вон отсюда! Ваше высочество! Ваше высочество! Ваше высочество! Ваше высочество!